Мне было тогда 8 лет. В моем классе учился мальчик по имени Франк. Это был чудесный мальчуган, красивый, улыбчивый, приветливый. Он не был первым учеником, но успевал по всем предметам и особенно отличался в спорте, что всегда помогает завоевать любовь одноклассников. Все просто обожали этого мальчика. Я его ненавидел. Должен признаться, что сам я был хилым и совершенно неспортивным мальчишкой, и у меня совсем не было друзей. Хотя изо всех сил старался, чтобы меня полюбили, но сколько бы я ни старался, у меня ничего не получалось. А Франка любили. Поэтому я с каждым днем ненавидел его все сильнее и сильнее. В ту пору я еще верил в Бога. Да, еще верил. И вот в один из воскресных вечеров, уже в постели, я принялся горячо молиться. Я просил Всевышнего убить мальчика, которого ненавидел. Долгие часы я молил об этом Бога. Долгие часы. На следующее утро в наш класс вошла опечаленная учительница и со слезами на глазах сообщила, что этой ночью у Франка случился неожиданный сердечный приступ, и он умер. Это действительно произошло по моей вине, если бы не я, с чего бы это вдруг абсолютно здоровый мальчик умер от сердечного приступа. Мои одноклассники заплакали, и, как положено, в таких случаях звучали фразы «Первыми всегда уходят лучшие» и так далее. А я думал, конечно, лучший. Стал бы я так молиться. Поначалу я торжествовал, я победил, но как я ошибался. Понял, что смерть мальчика ничего не изменила в моей жизни. Франка забыли, а я вовсе не занял его место. И прошло немного времени, я начал испытывать угрызения совести. Нет, если бы мне удалось завоевать любовь одноклассников, я бы, конечно, не сожалел о своем преступлении. Но меня мучила мысль, что я убил Франка напрасно.
Вера укрепляет человеческий дух и придает ему огромную силу, независимо от того, есть Бог или нет. Я вот так убедительно молил Бога лишить Франка жизни. А утратив веру, я утратил и свою силу. Утратив веру, я утратил и свою силу. Поэтому второе убийство далось мне уже не так легко.